Забыли что-нибудь? Да. Да, я что-то забыла. Эй, доктор! Вы бы вошли, что ли, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Я не вас ждала. Это не Шеп Хантли. Сестрица, а ну-ка выведи ее отсюда. Говорит, забыла что-то. Ничего, ничего. Что вы забыли, Бланш? Ничего не имеет значения. Захватим потом. Глубины, неуловимый флот, игроки, красосеку, опа, корона!
их позову, они все это оценят. Сдается мне тысячи вколоченные во все это барахлишко, и вот где твоя плантация, от которой там что-то осталось. Забыла платье. Ты не понимаешь, как ты глуп, как грустно. Теперь закроем чемодан, пока Бланш не вышла. У Ковальских и Дюбуа разные взгляды. Да и слава богу! Я выйду на улицу, а ты выйдешь со мной, дадим Бланш переодеться. Да, командовать задумала, с каких-то пор. Ты что, решила остаться здесь? Поиздеваться? Милая, ты как думаешь? Конечно, остаюсь. Это вы, Стэнли. А я из ванны надушилась, словно заново на свет родилась. Прекрасно. Я хочу нарядиться вот в это новое платье. Одевайте. Зачем дело стало? А здесь сегодня играют в карты, а дамы не приглашены очень любезно. И что? Где Стелла? Вышла. Простите. Почту за честь. Оп! Терпеть не могу голых лампочек, все равно, что сами стриханская выходка. Ну, боюсь, мы для вас неподходящий народ, слишком грубый. А я легко приспосаблю. Ну, в смысле, нет, вы учительницы можете быть, конечно, а я... А, сэр, сэр, вы так галантны! Так вы учительница? Да. А старший, младший... Я сейчас! Средняя школа в Лорелле. А и что вы преподаете? А как по-вашему? А, рисование. Музыку. Нет. Не арифметику. Господи, сэр, какая арифметика? Я имею честь преподавать английский. Пытаюсь внушить благоговение перед Шекспиром. Бэтменом. Эдгаром По.
Голенастых девчонок и безалкогольно-лимонадных Ромео. Ну да, у них голова совсем не тем занята. Всегда так приятно смотреть на их первые любовные переживания, как будто вот все начинается. Ой, а ты пришла! Давайте я радио включу. Мой муж и один давний друг его постарше.
сделали вид, что ничего нового мне не стало известно, да? И все втроем поехали в казино «Лунное озеро», порядком пьяные, всю дорогу смеялись, отплясывали, так. Вдруг танец в самом разгаре, а мой муж, он ни с того ни с сего бросает меня посреди казино, выбегает на улицу. Выстрел. И я выбежала. Все выбежали. Они вот теснятся вокруг чего-то страшного, что лежит у берега воды, а у самого озера. А я вот никак не могу протолкнуться. Меня за руку кто-то схватил. И вы не приближайтесь, уходите, не с чем вам смотреть, 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 а вот на что там смотреть? И всюду голоса, голоса, Алан, 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 мой печальный мальчик. Револьвер в рот и выстрел. Пол головы так и снесло. 17-летним мальчишкой. О, а папашка такой пронюхал и к директору школы. Эх, братцы, вот бы очутиться у того в кабинете, когда белой даме читали мораль. Ах, посмотреть бы, как она крутилась. Да не тут-то было. Так взяли за жабры. Сразу поняла, допрыгалась. И порекомендовали смываться по добру, по здорову, туда, куда не знают. По существу высылка в административном порядке. Стелла! Да, Бланш? Полотенце! Девочка, она прошла через такие испытания, испытания, которые напрочь развеяли все ее иллюзии. Витя, она вышла замуж совсем еще юной. За одного мальчика, который писал стихи. Удивительно красивый был парень, Бланш. Не то, что любила. Боготворила землю, по которой он ходит. Была от него без ума, считала верхом совершенства. Потом оно... Оно... Что? Красивый, талантливый юноша оказался выродком. Этого тебе твой снабженительный доклад? Ну... Мы в далекое прошлое это не заглядывали. Что это, старая история? Да, старая история. Сколько свечек будет на этом торте? Остановимся на 25-й. Thank you.
заглядывали к нам и выкликивали под окном. Блаж! 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 Я не упускала и случая откликнуться на их зов. Если патруль собирал у нас на лужайке песты ханные тела. И путь бибип, дорогу бибип, 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 бибип. Что вам еще? То, чего я не мог добиться все лето. Ну так женитесь на мне, Мич. Я теперь все желания пропал. Значит, нет. Вы не так чисты, Бланш. Да и как вас теперь приведешь домой? Ведь там мама. Ну, раз нет, так убирайтесь отсюда. Чтоб духа вашего здесь не было. Oh!
считали море мы чувством рашим, давно и душа мне найти покоя взрывай мечту. Обычно Николай Викторович Глинский, режиссер спектакля, приходит и говорит какие-то слова, зовет всех на другие спектакли. Я сделаю то же самое. У нас есть ВКонтакте и в Инстаграме группа «Агаповцы». Всех ждем. Кстати, на брошюрках она написана. Так что будем ждать. Спасибо за то, что пришли. Всех любим. До свидания.